Привет всем! Ну что ж, давайте отправимся в наше прикольное и веселое прохождение игры Код Вейн. Мы будем смеяться, шутить, а возможно даже узнаем, как вампиры забавляются в свободное время от охоты. Вампиры сосут! Готовы? А мы поехали. Но прежде чем мы окунемся в мир вампиров и хаоса, давайте определимся с основным вопросом. Это же точно не игра про покемонов, верно? Хотя подумайте только, как забавно было бы посмотреть на Пикачу в вампирском костюме. Ну ладно, обрати внимание на главного героя нашей истории, нашего собственного вампирского кастомизированного персонажа. Это как создание своего собственного покемона, но с большими глазами и острыми клыками. Так, мы начинаем наше приключение в мире, который словно проклят. Здесь все превратилось в зомби, которых называют рефтами или рифтами, так я не понял. Ну да ладно. Мне вообще похуй. Эй, а почему бы им не сделать кастинг на роль зомби в следующем фильме ужасов? Ведь они уже прошли обучение, как быть абсолютно бесполезными и страшными. Потому что пизделя они получали только налево и направо. Вот, ну кто, наверное, играл, я думаю, понимает. Вообще похуй, абсолютно. А теперь о сражениях. Вампиры в этой игре не просто ходят и сосут кровь, они еще и умеют сосать магию. Шучу, конечно. Магию они умеют пользоваться, ну как в Гарри Поттере. Экспекто патронум! Арик, да ты заебал! Выключи всю хуйню, дай посрать нормально! Только с меньшими палочками и большими мечами. Вы будете сражаться, опять же, с этими рефтами, с этими монстрами и другими тварями, используя магические способности и огромное оружие. Это словно комбинирование сил Дамблдора и Хеллбоя, представьте, да? А сейчас давайте поговорим о вашем верном спутнике. В игре у вас будет компаньон, и вы сможете выбрать его перед каждой миссией. Как это похоже на выбор покемонов перед боем. Блять, да что за... Сука, чё так привязался? Надо пересмотреть как-то к этим покемонам. Короче, я выбрал собачью даму по имени Джек Рассел. Потому что она выглядела как настоящий хаос собака. Мы отправились на охоту вместе, и она оказалась неплохой спутницей. Нет, правда, какая разница, что она чуть не укусила меня несколько раз, а? Ой, ах, смерть. Смерть, смерть в этой игре, она, это как перерыв между сериями нашего любимого аниме. Неизбежное событие. Вы будете умирать множество раз, и это совершенно нормально. Вампиры воскресают же, верно? Вот. В игре есть несколько способов воскрешения, и каждая смерть — это урок, который помогает вам стать сильнее. Так что не бойтесь умирать, просто будьте готовы к новым приключениям. А теперь о мире игры и его атмосфере. Ну, мир данной игры олицетворяет весь хаос и разнообразие аниме-мира. Здесь вы найдете разрушенные города, мрак и даже места, где природа начинает возвращаться. Этот мир кажется словно сплетение аниме-вселенной и постапокалиптического мира. И это выглядит потрясающе на самом деле. Да. Ну что ж, итак, сюжет игры полон загадок и тайн, как в сериале «Детектив Конан». Вы раскрываете истории персонажей и расследуете тайны мира по мере продвижения. Иногда сюжетные повороты будут удивлять нас, иногда они будут смешными, а иногда заставят задуматься. А ведь нам всегда хотелось знать, как вампир развлекается свободное от кровососения время, да? Блять, откуда я это беру? Как я это писал, боже мой? Ну да ладно. Также в игре представляет множество вариантов оружия и стилей игры. Вы можете выбрать огромные мечи, а также луки и стрелы, и даже магические заклинания. Это как выбор аниме в магазине, где можно взять все, что понравится, и сделать из себя настоящего аниме-героя. И, конечно, не забывайте о своем аниме-костюме, чтобы полностью соответствовать образу. Вообще, Код Вейн — это игра, которая вызывает смешанные чувства. С одной стороны, она представляет потрясающие сражения, красивый мир и загадочный сюжет, а с другой стороны, иногда она может оказаться чрезмерно сложной, хотя, опять же, и легкой, и вызвать моменты невыносимой ярости. Да, это, наверное, есть. Вот, но это смесь приколов, действий и загадок делают игру по-настоящему увлекательной и неординарной. По мне так, вот, я как залип, так залип, боже мой. Ну что ж, итак, друзья, да, Код Вейн — это веселая, прикольная игра, которая наверняка придется... Да, братан, блядь, так не говори, ну и нахуй, блядь! Да, блядь, я даже не знаю, из головы какое родить слово, а? К
Короче, она придет вам по вкусу, наверное, как любителям аниме, и ролевых игр, и хоррора, и соус-лайков, и т.д. и т.п. Она предлагает захватывающие сражения, интересный сюжет и потрясающий мир. И, конечно же, вампиры, которые научат вас, как развлекаться в апокалипсисе. Да, садитесь в свое аниме-кресло, берите в руки виртуальные мечи или заклинания и отправляйтесь в мир Код Вейн. И помните, что даже в самых сложных моментах игры можно найти приколы и веселье, если смотреть на мир с аниме-подходом. Удачи вам в охоте на вампиров и веселых приключений. Ну, на этом у меня все. Не забывайте, конечно же, поставить лайкосик, подписаться на канал, ну и ждем новые интересные видосы. Всем пока!